Запотевшие стекла, пустые кабинеты. Сегодня в основном здании 96-й гимназии тишина. Учатся только в пристрое начальные классы. Остальных распустили по домам. Внеплановые выходные в очередной раз устроил школьникам МУПчик АТС. Ночью в 3 часа сторож обнаружил то, что идет затопление подвального помещения основного здания, после чего были поставлены аварийные службы в известность, начали сразу же работать. Это наша обслуживающая организация «Техноком». После этого сотрудники ЧКТС приступили к выкачке воды. Проблема большая, потому что кипяток заливал все колодцы и подвальные помещения. В результате аварии была затоплена электрощитовая, которая как раз находится в подвале. Гимназия осталась без света и отопления. Вот смотрите, весь подвал затоплен, из подвала идет пар, зайти туда невозможно. Там, в общем-то, большое хозяйство, щитовая и имущество там школьное. Конечно, все это будем смотреть. Руководство переживает, что придется полностью менять проводку и предохранители. А это немалые затраты. МУПчик АТС уже давно доставляет серьезные проблемы. Только в этом году, с начала отопительного сезона, это уже третья крупная авария в гимназии. Это все повторяется, вот такие вот перепады, аварии, уже не первый год. Потому что вот только-только-только разрыли, но вот только-только все проложили новые трубы, и теперь мы получаем опять вот эту ситуацию. Это просто безобразие. И помимо этого вообще непонятно даже, что в квартирах происходит. И такие огромные тарифы, тариф большой, да, мы такую сумму платим, в доме-то холодно, в домах холодно. Это вообще вот в этом году это вообще нечто. Сегодня без отопления остались еще несколько домов металлургического района. Впрочем, жителям уже не привыкать. Эту технику на перекопанных тротуарах они видят еженедельно. Прорыв какой-то произошел и где? Я не знаю, приехали качать, сказали, вот здесь качают все. А что качаете? Горячую воду. Мы просто устали. Каждый год вот только включили отопление и до апреля месяца. Уже какой год. В этом году на ремонт теплотрасс МУПчик АТС направили 160 миллионов рублей. Но, видимо, проблему это не решило. Сети старые и требуют полной, а не частичной замены. Наталья Кудряшова, Дмитрий Пищулин, СТС Челябинск.